сегодняшнего дня и до 26 октября жители края должны отправить энергетикам показания своих электросчетчиков. Операция несложная, но тем не менее уже вызвала множество проблем в прошлом месяце. Специалисты напоминают, передать данные можно несколькими способами. В почтовых отделениях, через терминал платежка, банкоматы Сбербанка, по электронной почте, сайте энергетиков и по телефону горячей линии или номеру участка, к которому приписан абонент. Также можно отправить смс на телефон 8-903-767-2939. Необходимо предоставить номер лицевого счета и показания прибора. Все знаки до запятой. После этого придет уведомление о принятии или непринятии показаний с указанием причины.